тоже хочешь в кадр, да, девочка? Короче, просто оттягивают, видите, походу. Потому что я не могу найти место себе. Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, как вы уже поняли, наши видео давно не выходили, и на это есть свои причины. В общем, весь декабрь я занималась активно каналом. Многие заметили, что у меня видео выходили там практически реально каждый день. Я очень много тратила на это времени и выкладываю, как обычно, видео заранее. И получается, что у меня до 30 декабря видео были на автомате включены. У меня должно было быть еще одно видео 31 числа, которое я по причинам не сделала. В общем, и сейчас, получается, у нас сегодня 15 января, и многие спрашивают, многие пишут, почему, что случилось. В общем, я сейчас Ютубом вообще не занималась, не читала, ни нет, но периодически все равно в оповещениях я вижу, что мне там спрашивают, там, где видео, еще чего-то, вот, но я как бы все комментарии вообще не читаю. Вот, в общем, у нас в нашей семье случилось две трагедии очень серьезные. 2 января у меня умерла бабушка, а 6 у меня умерла мама моя. В общем, вдаваться в подробности я не буду. Скажу, что это было все очень неожиданно, особенно по поводу мамы. Она у меня очень молодая, красивая. У нее 5 января был день рождения, но 28 декабря ей стало плохо. У нее случилось несколько инсультов. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, жизнь такова. Никогда не знаю, что может произойти. И, как говорится, на все воле Божья. Вследствие всех этих событий мы на время переехали к моему папе. Ну, я, Тафи и мой муж. Плюс я ушла с работы. И, в общем, сейчас я решила поменять как бы работу. Я продолжаю, точнее, мамино дело. Наработала в страховой компании. И, в общем, я сейчас уже как бы хожу на курсы, учусь. И как-то это тоже мне помогает немножко отойти. Ну, как бы отвлечься, я бы сказала, да. По поводу канала, я сначала вообще думала, что нет, я вообще этим не буду заниматься. Это полностью, у меня вообще все горит. В общем, каналом как бы я буду продолжать заниматься, но мне нужно небольшое время, чтобы как бы я не хочу выпускать, грубо говоря, вот что ни попадя, да, то есть мне нравилась именно моя тема с озвучкой, но сейчас озвучки быть не может по понятным причинам. Я думаю, может быть, пока я как бы буду что-нибудь снимать, Тафи, да, но без всяких там озвучек. Мне нужно, как еще раз скажу, мне надо время. Короче, меня мама очень любила мой канал, она его смотрела, советовала друзьям, подружкам, что-то они постоянно перекидывались, она хохотала, ей нравилась озвучка, и поэтому как бы я решила тоже продолжить все-таки это снимать, потому что мама тут, скажем, одобряла. В общем, тяжело все это, прям это не передать. Я очень стараюсь держаться, но это очень сложно. Так как, в общем, я поделилась с вами очень сокровенным, и возможно, я где-то жду какую-то поддержку, возможно, потому что у меня... В общем, берегите друг друга, поменьше негатива во всем. И...